Вот это не понимаю. Он, блядь, в РДД пати. Пусть там кого-нибудь ебанет, шлепнет. Нет, он подошел, ДК, блядь, шлепнул в мили. Агри трэш. А, да. Я однажды, блядь, на Синдре квест делал. На циркуле еще. И там одна девочка была. То ли ГМ, то ли РЛ. Ну хуй пойми, короче. Но РЛ-ка на ней была. И хуй пойми, что в голову взбрело. Я сделал квест. Ну, то есть 4 дыхания, все, рейд убил Синдру, 25 обычка. А это тяжело было по тем временам, блядь, для того рейда. Ну и это. Я такой уже бегу, блядь, сдавать квест, нахуй. И знаешь, что она делает? Она меня кикает, блядь. Прикинь. Типа там, блядь, типа забагалась. Какая-то хуйня там. То ли метка, то ли чё, типа, блядь. Кикает меня такая, нахуй. Она только меня кикнула, и этот баф, который вот шемки, этот, падает сразу. Он сразу спал, нахуй. Танки, вот, дорогие мои, а у вас так мало таунтов, вы чё, не можете эту кнопку нажать? Ну я срываю с вас агрон, ну чё, у вас кнопок мало, что ли, на таун? Вам еще добавить? Да и нормально, что танки делают. Просто подожди немножко, не агрона беру. Я своим бладом не срываю, ты тут шкашкой наш. На, поставили на место, да? Да, один хуй, блин, что там на трэше, что здесь на трэше, опять. Бьем все одного. Ну ты же видишь, что ты срываешь. Ну стоп, ты нахуй ты вылетаешь туда, блядь. ЧСВ. Да просто аккуратнее играйте, будет всем проще. Жунан, ты в Дисе был, нет? Да в Дискорде он был, да. Творит, не слышал. Надо клору сходить. Обосрал, блядь, 2 дня стараний, нахуй. Я вообще в ахуе просто. Ну ты на будущее... Я потому что такую хуйню не первый раз вижу. Я сам квест сделал много раз. И кусай лучший хила нахуй, поебать. Никому ничего не говори. Смотри, кто в сторонке стоит, лови и кусай, похуй. Ты этот укус. А странно, просто я не знаю, ДК надо было не просто стоять рядом с челиком, которого он будет кусать, и все. То он и стоял возле меня. Я и стоял там, блядь, никого не было, он подошел под конец. Я поэтому и сказал, что его укушу, я же вижу, кто где стоит. Я и сам подумал, что меня Делорус укусил. На самом деле. Оказывается, жена. Просто, если в реалиях актуального контента, этот босс не такой простой, блядь. Здесь нельзя проебаться. Сколько я убил, блядь. А вообще, лучше всего делать укус первым. На меньше шансов. Да, да. Там, да, заебись. Ну опять же, кто забрал? Жену Рен, блядь. Там просто, чтобы это сделать, это нужна, блядь, адекватная команда и адекватные ДДшники, которые не будут бить, пока им не скажешь. ФЗ мне с первого раза квест сделался. Там на пол просто надо будет отдать. Ну либо на пол, либо в фрост-стойку, вот эту всю хуйню, чтобы он просто второй был как-то. Либо просто таунт нажать за секунду до укуса. Сколько надо? Раска. Не помнишь, а кому мы в ДВ-рейде там с 4 или с 5 попыток только сделали? Не знаю. Кто-то из варов был, я помню. Вы бы сказали то, что мы квест сделаем, блин, я бы напулил. Нет, если бы ты напулил, я бы мог сорвать, я так под властью дадил. Мы с Неликсом вон нормально сделали в целках им. Ты бы не сорвал, я бы вовремя снял с себя стриксы и все. Смотрел сорвать, потому что он во фростоке был. Зайдешь лучше в ХМ-ку, блядь, своим ДК-шкой, эти в ХМ-ки быстрее делаю и нормально делаю. Я говорю, вон мы ХМ-ки Неликсу сделали же укус, нормально все было. Ну Неликс, то Неликс, я имею в виду, Лорус был в танкостойке. Своим напулом это по-любому был бы срыв с МТ. Понимаешь, Ланна и Синдра даже в ХМ-ке похуй. Паладина он не сорвет там, типа столько агро не сорвет. Я под крыльями щитом ударил там столько агро, типа. Да он в ХМ-ке сделает себе квест нормальным рейдом, блять, без проблем. Ну сейчас один осколок останется.
сейчас по танкам упадет. Я ловушки тут еще не выбирал, так что осторожен. Мы на ТП идем зачем. Там вроде открытая комната, да? Эти уже мертвые? Да, видишь, труп хуйня идет. А, вижу. Я могу на Лока зайти, в принципе, если надо уже. Танчить, я надеюсь, правильно? Будь, мандыка. Да ты бы потанчил, Хеллфейн, слышишь? Ну, могу потанчить, похуй. Ёбаное всё. Забыл сказать, чтоб кожу не снимали. Пускайте комнату. Там на пол седьмого сегодня РТ есть. Чё, у нас же всё закрыто сразу, ока хрен ебашим, да? Ну да. Если завалим, будем остальные два дня этого с авария нахуярить. Да, забрали. Вчера там были, два пула сделали. На втором пуле видел, на вторую фазу спокойно перевели. Ну да, не если завалим, придется дальше Саларин сидеть бить. Жжет там 8%. Я 8. Просто не пойму, блять, вот эту ебаную жатву, блять, промахиваюсь иногда, блять. Че нахуй сделал? 8-0-8. Так, чё, меня... Хеллфейн босса потанчишь, кишки в этой самой, а в раска, чтобы в ретрике побыть? Не, давай я в обоме посижу. Блять. У кишки просто Т5 нету, чтобы этот агро держать, блин. Там комбо, ты... У нас на пол хороший, ничего страшного. Кишки босса водил? Кто-то бил мелких или чё? Короче... Я тебе присобафлю лап. Ханту. Давай в раска, в ретрика тогда. Сейчас я релогнусь только. На пулы дадите на этого, на ромбик. Смотрите за агро. Там Шкей. Конника получается и три ханта, блять. Рыбу дашь? Сними метку. Аксендри, у вас трэш почищу? Да. Так ты или нет? Нет. Там только ну, валят. Там жуки вот эти вот. Портал не открыт. Там рыба была, рыбу поставьте. В обычке же к столу отлетают, правильно? Вообще похуй. Вообще похуй, окей. Он должен сливаться за... Появился, пока дошел, уже слился. Там... Сейчас переведется без слизня, скорее всего. Если все воды свечатся, то появился. Пока дошел, слился. Если все будут свечиться. Подожди, надо диван, да? Кто там танк? Друид и ДК. Void Beast, да? Нет. Этот, кишки, ромбик на нем. И Half-Fan. Чекаем. Да, на дайте СС. Друид. На вразку. На ретрика. Про батя. Так, все готовы. На счет 3 пей куклу. Раз, два, три, пей. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, который...
которое уничтожит весь Азерот! Куда ты ведешь? Нахуя ты это делаешь? Чуть отвел и все. Стопните. Стоп. Ты обычка, какой нахуй стоп, блядь? Пацаны, пожалуйста. Все лагают. Нет. Зеленого бьем. Милики. Уже убить должен. Эх. Вот нахуя вы кричите, блять, если вы нихуя не знаете. Это еще откуда? Всегда доступно. Ну сейчас колбу лутать будем, если он так будет держать. Так отбеги с колбы. Колбы 2 секунды. Води. Красный. Пельмень. Лужа. Красная сова побежал. Медики туннель сброс. Зеленый. Все бьем босс. Там РДД лишнее. Тут стоит, блядь. Все, побежали зеленого бить. Быстрее продамаживаем. Стоим на месте, никто не сбегает. Все, добиваем. Отводи. Красный. Стоим туннелем басами. Сейчас на обратную сторону. Мень. РДД красного активнее оставайте. Перекат. На счет он добьется. Босс про туннель. Зеленый. Попробуй будет. Успеть плюнуть. Кинь на замедление. Сука, завис. Сбежали все звездочку. Иди встань. Пускай на мишке босс будет. Сначала все звездочку сбежались. Так, босс. Все, пошли зеленого убить. Киру. Яру дайте, сейчас стоим на месте. Все, пусть сбежались туда быстрее. Добейте его. Все, пельмени отошли. Все, туннелем РДД кучнее. Встаньте все в одну точку. Там что, СС-то не было, да? Переспака было уже. Барница, чего? Видите, босс добивается.
4. Забирай на себя, босс. Не надо никаких диванов, полба. Быстрее обдеть, долго уже. О, осколок. ГЦ. Ураскин ГЦ. Спасибо. Просто привязался, пойду курну поберу. Назарка. Я вот сделал то же самое, что этот парень до меня. Не потеряй меня. Лутай, смотай, спал. Давай. И шим делай, иди, пока на синдру почистит. Пиздец, так пролагал. Тут есть кто-то с берсой, у кого есть берса на профе? Войт, если у тебя лагает, выключи. Это из-за стрима, думаешь? Вполне возможно. Я не знаю, ну посмотри. Блин, Полин, у тебя каждый раз разный голос. Что, Настя? А, Полина у компа? Нет. Ну иди. Я не дома. Я могу походу палить. Иди, Настя. Походу палить. А, тут уже есть. Ну, тогда не надо. Два походу пала, нормально. А кто вы? Нарсия, гей, это не одно и то же, не? Нет. Гея это дай две. Вот, ты уже девочек стал путать. Ты чего? Ой. Меня Настей называешь. Ты не называл меня? Бинарсией называешь. Ты бессовестный. Ну вот. Ну вот. Отсчитали. Настя, а ты бдись? Ну и что, ты уходишь, да? А, так, ну типа ты говоришь тебя сменить. Или что, я не понимал. Как, что делать? Тебя менять или? А, ну так иди посиди в Долоране. Вот я взял этого. Хулипала чем-то. Ты как? Нортия, это совсем другой челик, что ли? Это кто такой тогда? Это другая девочка. Ее как зовут? Вот, мы не на одно лицо. Что, Шрем сделал? Где? А, во. Шрем. Шкаф поставьте, присумоним. Сейчас присумоним. Похуй без чара пока туда нет. Чисто рыжим топором посвети. У кого есть берса в рейде, кто может зачарить? Да мангус пока зачарь там. Да купи с аукциона, чё ты паришься? Зачем у меня реги? Хуй знает, но у меня нет. Да квест в обычке делается, последняя битва? Не знаю. Сейчас проверим. Ты конечно. Дальше Кирс вроде, да? Угу. А у тебя сколько жены осталось, осколков? Чек на комнату. Ну ты же в Геру собираешь, или как вечерний. Он в Гере собирает, да. В Раска Редвар, Лёха Редвар. Короче, заходите в комнату. Чё, жена хочет осколки сейчас оставшихся боссов?
При том, что об этом он не говорил, и с поскольку мы уже договаривались с Фраской и Войдом. Да я ему говорил. Ты с Войдом договаривался. Кирс, ну ты же меня подвинул, я тоже договаривалась, ну что ж, бывает. Я-то в курсе, что... Собирать вещи, это большая разница. Это большая разница. Или здесь в обычке. Или здесь в обычке. Ебать, что-то дублируется по два раза. Короче, все зависло нахер, просто дал звездопад. Хуй знает, что будет. Оль, подвинуть и зайти тем же персом немножко разные. Если нет, бы типа изначально кто-то двигался и сказал бы, что этим персом я бы когда-нибудь... Подвинули. Я зашла в рейд, потом пришел в Раска, потом ты спросил, типа, как осколки. Так я это еще с вечера договаривалась. После того, как ты напился и вынес мозг мне про долгоного, с тех пор я с тобой избегаю очередных споров. Спасибо. Блять, вы вот сидите, у кого маскируется? Одного осколка, блять, курите, нахуй, кто будет вас лутать, блять. Тут дело не в осколке, а в том, что если бы изначально было бы понятно, кто кем идет, я бы пошел в другим шоу. Да забей, боже, я просто так сказала, все, забей. Вы уже договорились, ну, вот просто сказать, забей. Просто сказать. Не бери в голову. Мое мнение по поводу осколка и Жунуэна, если бы он вот не обосрал сейчас Лунатель, это можно было бы рассмотреть. Вследствие того, что там произошло на Лунатель, не судьба. Чё по трэшу? Где ивент, блядь? Блядь, чё делать, из нахуй? Убежать пол, надо и опять забежать, да? Да может подождем еще? Одного. Ой, за спадом всех убил, чего убежать? Заземил это раз меня. Сука, где трэш? Все, поломали, блять, комнату. Вот идут, идут. Что-то я не вкурил, нахуй. Че я позалаги-то, блять? У тебя аукционатор включен? Хуй знает. Возможно, из-за него. Все только в бою, да, лагает? А Жатен это кто? ДК, да? Он в рейде с нами же, да? Угу, да. С вами, с вами. А чё ты, блин, говорю, у кого берса? Я за чарми берс? Что? Зачарь берсу мне. Пожалуйста. Ты еще раз не слышал. Берсерк, зачарь мне на пушку. А, ну рейдику, купи зачарь. Вот наглый. Хотя, кстати, на ауте, блядь, черт сейчас тут дешевле, блядь, рейдик. Конкуренция? Да это не конкуренция, это долбоебы, блядь. Мне картинку показывает, что мобы все в центр сбежались, вот эти, которые вихрь крутят, это правда? Не совсем. Нет, вот. Я вкурился. Ну, вижу, разбежались. Нет, Игорь, ты вкурился.
пишет в ПМ паладин розовый палец, ник. Сори, если отвлекаю, можно один вопрос? Что ему написать? Попробуй. Написал, попробуй. Сейчас пролагает. Как по ЧСВшному звучит. Угу. Нам было написать. Пугарит или гильдейский пишет. Зарка, ну ты понимаешь, да? Угу. Ладно, что меня всякие долбоёбы не беспокоят, блядь. Почему? Замечательно, так, знаешь, когда дурачки нахуй не пишут всякие. А, типа ты не собираешь рейды? Это замечательно. Редвар, рано радуешься? Сейчас я к тебе, ребят, жзок пошлю. Я, бля, хуй им чё отвечу, нахуй, пускай пишет. Нормальный челик, на самом деле. С ПС, сори, еще раз, не хотел отвлекать, написал. Нормальный чувак. Вообще красавчик. Самообслуживание. Бывают же адекватные люди, да? Чего отвлекать? Кстати, есть такая херня, типа, в сети, а есть, типа, не беспокоить. Когда ее вот ставишь... Нет, нет, чё мобы идут? Их хуйня они. Их говорит на них. Подхал убежал. Калитка открылась, это уже не наша забота. Ну-ка стой, ДК, стой. Святых души нету, сука. Вот это хуёво. Ну, кидай ещё раз огня. Да-да-да, я снимаю пушку. Держите ДКшку. Спасибо. Что-то, блядь, у меня сколько лет играю, блядь, годами, блядь, никаких лагов нету. Что это за лаги, блядь, зачем может быть? Отключить ДБМ, привыкай. Будешь, привыкнешь. Аукционатор попробуй отключить. Это, блядь, ДБМ ебливый. Это ФПС, это не лагин, а ФПС упал. А, задержка пишет 2500. А, ты когда кинь тогда? ФПС у меня охуенный. Да он на этом, мне стрик, блядь, персик, а чё, там вообще пиздец, блядь. Что там World PvP нормальная, не, или помойка? Не знаю. Что-то регнул БГ сегодня там один раз, такие же бомжи, как и здесь регают. Там 150 плюс. Понимаешь, там-то такие, блядь, 70% просто по серву, блядь, так одетых людей. Ну здесь такая же фигня, как будто столько же людей, так одеты, как там. А туда все бомжи сейчас как раз ушли. То есть вот я там уже на ДК, блядь, 4 ПВП шмотки одел, как у меня 200-й сейчас, блядь. Ебать, я там бегаю, я царь, блядь. Разъебываешь, да? Ну то есть разъебываешь, живучести, блядь, нормально стало, то есть, ну, блядь, на этих уровнях решает. То есть вот, особенно если там, блядь, одни милики, вообще заебись. То есть эти-то, блядь, шипрышки локи, они как жрали дотами, так и жрают, блядь, что здесь, что там, а вот, блядь, если одни милики, то вообще охуенчик. Смотри, а ты в каком спеке? Да хуй. Да что-то не фиг знаю, они не дамажат, по идее. Не умирают быстрее. Ну да, лучше в Бладе бегать, как долбоёб. Нет, почему в Бладе? Блад для арены в ништяк, но на БГ лучше. Почему в Бладе? Смысл в Бладе бегать сейчас? В Бладе как долбоёб. Бля, я чё больше всего заёбывает мне БГ этот, блядь, ДКшка, который бегает во фросте с этой блядской заморозкой, блядь. Жену толку я... толку никакого, а мешают спиздец, блядь. Почему? Ты знаете, как прозвучало, как протики долбоёбы, блядь? Я тебе больше скажу, ты на этой, ну...
На этой неделе CLK2 спидгер закрыта, и на следующей ты не соберешь, потому что вряд ли 13 осколков выпадет с геры. Даже если ты тут два лутанешь, блин. Не, всем повезет, куда мне 7 осколков с обычки. Что там происходит? Он осколки все еще просит. Дело в том, что здесь два босса осталось. Да вот. Тебе линкует? Болт ему, а не осколки, я же говорю. Испортил он отель, все, осколки уходят мимо него в этом рейде. Я пришел сюда помочь исключительно, договорившись с воином, что мы сделаем стадии дело. Их засрали, я все еще остаюсь в рейде, я не ливну. Жунен, остаешься и потеешь. Осколки, блядь, твои в ХМ-ке, отсюда ты нихуя не получаешь. Не, за квест обидно, блядь. Такая ситуация, блядь, не первый раз вижу. Он говорил, карму почистить надо. Да, это понятно. В таких случаях надо было хила просто кусать, все. Я ему уже говорил. Да, уже там третий укус, там вообще похуй. На следующее КД придешь, там, блядь, глаза по полтиннику. Чё за хуйня, я умираю. Сука. Захуярило просто на сортировку. Ой, ты помнишь, что я на танк король, я надеюсь? Да. Тебе клык надо? Конечно. Я тоже на танк король. Как бой кончится, скажете там. Я на танке. Вы типа синдруху ярите, да? Я понял. Я на хила. Ну ладно, тогда я на сову. Это йотун релок. А чё тут сапроты пьем, да? И усилки в хп. 400 усилков в хп. Да, сапрот танк, конечно. У тебя сразу шмот есть, фрост-шмот и сапрот есть в плюсоне? А что? Это, кишки есть у тебя вся эта хуйня, да? Чтобы я не спекался. А вот ДКшки Долоруса не будет больше игра? ДКшки будет босса держать. Йотун, заходи. Почему у меня тортик постоянно умирает? Поставьте джерса, пожалуйста. У меня КД. Ну, у кого не в КД? Я справа поставлю. Там у Войда показывает, у тебя ж Войд показывает, да, у кого КД какая? На Дживса тоже. Дживс коника 9.50. А у меня показывается? Нет, наверное, ты до этого дал. Ну я там внизу ставил, значит нет, нет, не отслеживает. Вот. Дизметку поставлю. Так, пардон, у меня авария небольшая, сейчас через минуту подойду. Чё, пукнул, не встанет точку поставил? На балконе бьем? Да. Так, и пончик что-то сказал, отходит, да? Минуту. Тут япончик. Да-да-да, у меня тут кое-что упало, сейчас я тут подниму. Ничего, братка, вагон. ДПС поднялся, нет? Откуда я знаю, блядь. От шеринги-то, блядь, уже надел, блядь, я смотрю нахуй. Кто на босе ты сейчас? Да сука. Кто такой этот ваш ДПС? Подлагивает. Халфейн на босе. Делорус. И комфортно, okay. Без мастерства. Блядь, никто давай. Не завис там. Пиздец, блядь. Спикс мне не мог. Шо, у тебя пинг не упал? Без мастерства только спину охуярить. Чистым хилом побуду. Чек на пол. Значит, ешьте рыбу, садитесь на мамонтов. И на счет 3 побежим. Сейчас пока походу его.
ТКшку танчить будет, да? Телеграм здесь? Я тут, Вольф. Что там танк спрашивает, куда метки ставить. Первая лево, вторая центр. Быстрее, череп. Окей. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Опять дадим кишки на розу. Киров. Уже вторая. Мосса. Садите назад, сейчас будет в трайме.
Ну, блин. Лок, не умирай, блядь. Охуенно. Медведь. А, метки нету, понял. Центр. Разбивайтесь, он падает на него. Кишки, кишки. Кружок, блять. Раск. Охуеть, 7 стаков убивает, блядь, ДЦ вообще есть в рейде? Стало спиздить и принести. Уже убили босса. Блядь, нифига ты панику разводишь, то туда беги, то в центр. Я... Ага, как замазалась. Да хуй знает. Как это так? С банды до смерти. От хила-то вот нет. Это, есть ДЦ в рейде? Или что это, блядь? Там сколько было? Две освобожденки на тебя на второй фазе. Между ними, блядь, кидалось 3, нахуй. Если что, там стаков до 10 нет, можно блядь. Набирать спокойно. У меня вот сейчас убило, сука, 8. Ну, это под этой, под аурой. Без ауры вообще фиолетово, сколько там стаков, там практически все ДЦ до 20 стаков может удерживать, если себя еще зубы. Короче, вагончики. Тяжко без самоотхила, да, Вага? Похуй. Дайте дживсу. Не, я в себе не уверен. Ты, может, сопрос сжал. Дайте дживсу. Захожу. Да, у меня просто интернет офнуло. Коника, ты хапал спикер. Что, дышки? Коника, в каком ты спикер? В шеде, я говорю, бейте в Александре. Джиш, дадите, нет? Вага, фурики. В принципе, нормально. Меня все устраивает. Поэтому первый обосруюсь, да? Да ребутни интернет, может, подождем. Да ребутни пока что, перезайди в игру. Может, отпустит. Дайте сумон. Тут две минуты роли не сыграют.
тыкните по самому. Да, там одного было 30 метров. Если в игре ничего не пишет, чтобы найти лампера, значит, не из-за него. Раско взял убийство квест на лича? Да. Так, сейчас я перенесу одного человека, кое-что ему расскажу. Что, адмирала на форуме забанили? Да, кстати. Ему рой сделали, по-моему, там на недельке три, что за него Настя делает. Слышал песню. Он через Настю там заходит и постит все, что ему там надо. Насколько он что-то вчера такое говорил, по крайней мере. На своем, короче, ходит, выебывается на форме, получает мут, блядь, а Сионова, короче, потом скидывает там всякие аддоны и прочее. Теперь ты понимаешь, как бывает иногда у людей. А потом, прикинь, Настя, он перепутает аккаунты, мисс, и его начнет выебываться, и его получите нахуй. Бан, блядь. Какого коня там дают? Как называется конь? Багровый конь смерти. Так вот ТК, блядь, только красная, нахуй. Беспонтово, его не покупает никто, блядь. Я его месяца два нахуй на Air, блядь, продавал. И то, блядь, продал за 14, по-моему, что ли. Не, в натуре беспонтово. Вопрос, такой... спустя сколько времени ШМ собрал? На начале это все, каждую шмотку 50к стоило, как на 8. Шкатулка там и вот эти прочие, там за 20-ку уходят. Нужная тема, зачем его продавать? Это единственная полезная вещь. Портал в Долоран я продал быстро. Так, а что-нибудь фармишь или еще что-то качаешь профу? Очень полезно. Когда ты профу качаешь, просто делаешь исправить персонажа, и он тебя в Долоране оказывается, там где ты. Ну, 10 минут бамбу курить, да? Ты же профу качаешь, тебе не похуй, ли ты там один хуй будешь чарить, все дела, блядь. На ремонт бабки. По-моему, ты понимаешь, я с собой ношу 5 сетов, получается, или 4, и он мне, типа, все сломает. Самое главное, враска не отсвечивается. Не отсвечиваться, а не отсвечивать, понимаешь? Я сейчас дезморалить начну. Отсвечивать — это глагол, получается, а не отсвечиваться — это хуй знает что. Ты пиздеть будешь, я сейчас дезморалить начну.
Когда я дезморалил, у некоторых людей руки трясутся, блядь. Какие-то странные вещи говоришь, вот как Невзоров говорил, вот как можно кого-то человека до инсульта... Ты не понимаешь, просто там прикол такой был. Нам разбали. На тебе теперь. Вот некоторые люди даже предохраняются перед тем, как босс начинает бить. Кто на боссе? ДК? Начал думать про ловушки, вспомнил, что мы его... Коварик отошел на минуту. Да, здесь, здесь. Что хочу сделать? Здесь. Да, все, вот здесь. Да запускай. Нет. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Черную метку поставил на мосу, да? Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить... Мишки, разверни, что делаешь? Сутка это норм. Все нормально. Сагро.
Валя. Да, было. Чехара Геру дать. Что для цвета? Было отвернение. Будьте сильно лагает. Трусы бейте. Печеньки там. Просим. Сейчас будет. Переходка 3%. Да я вижу, чё ты так паникуешь? Я проворожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Лёхи, нормально. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Ледяная скорбь. Алиастр. Больше, чем выстрелил. Покрайне отвернение. В центре не налейте. Сразу не станьте. СС по танку. Осквернение 5 секунд. Жатва 5 секунд.
Осквернение 5 секунд. Переживаю за Эрольство Войда больше, чем за свои отношения. Там на мишке осквернение. Все. Маникюр. Что ты им было? Как ты переживал? Истерия надо убрать. Че комбат не спадает? У коника. Валик вообще не бил. Я ж сразу сказал, бейте сами своих валиков. Ноль урона. Вот это да. Смотрим, сколько ачивок. Конь ракуха. 5. У меня одной не будет, блядь. Ты отлично их обучил, Фордрик. Фу-фу-фу, конь ракушка. Сюда лучших воинов, которых знал мир. И чё ты линкуешь? У тебя должно быть как минимум лямы 4 абсорба. Раз, два, три. Нет. 5 как раз, я ждал 5. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Ну куда лич пропал? Давай мне, у меня сразу сотка. А не, засчитал. Глора из оф хауса. Назар. Надо, 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 нужна. Серьезно, нужна. Не, ну, вот, сука, вот. Успокойся, не надо. Сам, фу, 5, надо, да, Назар. Назар. Давай, давай. Назар. Спасибо всем, пока. Че вот эти типы, которые стоят, если им отдать этот шмот, они что-то дадут? Ну, они тебе как раз и дают там, типа, коня, там, вот этот медальон. Коня Мокрейн дал.
типа 5 боешек типа дают, прикольно. Прими клык. На клык прими. Типа на медведя. Да, ума. Ты ж недавно сам, по-моему, брался на медведя. Для него собучки топовые будут. У нас место лока только освободилось, насколько я слышу в ДВ. Тоже занято, походу.